Здравствуйте. Мы стоим на улице Аргишти. Да. Эта улица полностью преобразилась. Ну, разве что вот это здание сохранилось с тех времен. Винный комбинат. Да, виноконячно, водочный, сколько понаписали. В общем, градусный. Да, мы про число забыли, про час забыли. Сегодня 30 января. Да? Один месяц остался до наступления весны. Да, и месяц не особо полный, нет? Ну, поэтому я говорю, уже тут 31 еще завтра. А потом 28 дней, и все. Где-то плюс 3 градуса. Может, победы... Половина пятого. Половина пятого. Да. Там стадион Раздан. Бои там шли одно время. Сейчас все успокоилось. Концерты тоже были. Я помню, Пугачева приезжала, мы ходили туда. Серьезно? На концерт, да. А, я Пугачевой не увлекался. Ну, нас заставили из школы. Вот, наконец, прочтем название гостиницы. Метрополь. Метрополь. Мы фактически стоим у гостиницы Метрополь. Ну, пойдем на Мост Победы, а потом снова сюда. Мост Победы над Разданским ущельем. Да. Тут она и нужна. Да, тут нужна широкоформатная техника. Как ты угадала, что я хотел? Ну, я так поняла уже, потому что... Вид смотри, такой широкоформатный, да. Нет? Вот этот канал. Где канал? Это очень бурный. Вот он. Да. Посмотри, вода стоит буквально. И какой низкий уровень. А знаешь, какой он бурный, этот канал, был в свое время? А здесь тоже купались или только у железной дороги? Нет, здесь тоже. Да? Да. Вот как раз цеплялись за эти вот вещи. Что это такое? Через камеру. Что, трубы эти? Да. Вот это высокое здание раньше стояло на улице Пионерской. Пионерской, да. Сейчас улица называется Гетапи. А вот эти развалины. Что это? Она, это интересно. Вот здесь, смотри. Вот эти, видишь? Вот это? Да, это здание было какое-то большое. Ты не помнишь, что это было? Там ничего, по-моему, не было, Армен. Там все время мы ждали, что что-то построят. Нет, это старая постройка. Не знаю. Тут что-то написано. Может, да, сможешь прочесть? Ну-ка, посмотри в монитор. Так. Ватярвуны. 9000 квадратных метров. И номер телефона. Продаются. Да, это что-то... Вот я не помню, что это. А я к своему стыду не знаю. Это же мои родные края. Остальные, в принципе, новые постройки. Да. А это вот серое здание мы смотрели, базальтовое, помнишь, мы там были? Там, рядом с музеем. Комплекс, да, да, это недалеко от музея. Там дом нашей одноклассницы был, Анаида Зисан, помнишь? Да. Ну, это там ближе вот к этим полосатым зданиям, Анаид. Нет? Прямо на ущелье стоял. Внизу текла эта река Раздан. А, так, да? Да? Да, это я не знал. Красивое было очень место. Так, а вот эти скалы, вот эти, немножко напоминают вот эту симфонию камней, или как это в Гару? Да. Нет? Да, ну назовем симфонией. Можно квинтетом. Это церковь. Вот это церковь Святого Саркиса. Да. Фактически 6 числа, да? Тогда, да, был. 6 февраля. Праздник. Но он же меняется, он все время меняется. Праздники. В феврале он состоится. Вот эта улица неизвестная улица, потому что Маштоц вроде кончается. Там у рыбного магазина, вот он рыбный. А эта часть как справа называется? Да. А слева вот внизу библиотека была детская. Да? Да, я долго ходила в эту библиотеку. А короче, в конце ты все книги аккуратно сдала или оставила себе несколько книг? Я никогда не оставила. Нет? Молодец. Ну и здесь, говори, Анаид, это твои районы. Там вот посольство русское видно, да? Подожди, это вот все. Это что за здание? Вот это из туфа. Ну вот я думала, что это старое посольство советское. Нет, она это какое посольство? Вот а это. Вот не знаю, какое. Я про это говорю, подожди. Вот с такими окнами длинными? Нет, нет, она это вот это из туфа. И кран сверху. Ладно. Ну там где-то вот должен это быть этот. Прощана. Ну вот школа Прощана, тут русское посольство. Базар? Нет, это туф. Шубой обработанный. Разве? А вот посольство, да, я понял, что ты говоришь. А вот посольство. Да, Анаид, давай этот вопрос ко мне. Хоть в этом вопросе не спорь. Посольство. А общество Ахтана где осталось? Спортивное. Там зеленый, видишь, зеленые ворота. Да, да, и там, вот да? Внутри, да, вглубь. Да. И вон еще что-то видно отсюда тоже, вот между этими метрополями. Вот это когда-то было. Нет, это уже центр. Улица Аргишти, она это да? Видно, да. А посольство здания, разве это она? Это вообще-то оно похоже, но. Да, наверное. Да, да, Армин, да. Да. Между прочим, ладно. Армин, мы с тобой... вот это что за здание, не знаем. Это был медицинский центр. Да? Я помню, да. Наша но новое, нет здания? Здесь. А потом ее, этот центр закрыли. Сейчас тут школа английская. Да не может быть. Везде центры открываются, этот закрыли? Ну, это купил кое-кто, не хочу. А это уже жилое здание? Ну ладно, английская школа. Тут. А между прочим, это гостиница. Ага. Между Аргишти улицей и Паронян. Тут была мукомольня. Ты этого не помнишь, ты все время споришь со мной на эту тему. Да, я мукомольную знал, внизу там была. Да, в сторону Гаяны, да? Гастроном или как он назывался? Не, универмаг это. Универмаг, да. Ну там тоже огромные. Ну вот, так, итого, сейчас пойдем на мост или уже все увидели? Я думаю, нет. Нет. Не стоит. Давай пойдем сегодня в сторону вот этого района Глендел. Мы да? Тут один раз были, наша Лулу. Не лень тебе, Анаид, туда тащиться? Нет. Это посмотрим, винный комбинат. Может быть, он лучше стал, этот район, тогда он очень такой. Ну, посмотрим, был. Ладно. Раз вы решили, тогда сядем на машине поедем, хоть. Да. Он где-то за этим комбинатом, Глендел, поэтому не виден. Он, по-моему, вот с моста он Домом Москвы был бы вот виден. Этой гостиницы, где это, Sky да, 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 да. Не помню. Ты права. Ну, добавлю еще, вот эта башня уже была построена позже. Да, после она Союза. Она относится к этому комбинату, да. Конячного. После приватизации ее построили. А вот слева, вот светлое, это да. Светло-желтое здание, это жилое здание, жилое. А внизу находится да. МТС. Это оператор наш, МТС, сотовый. Я, в принципе, сказал про это здание, но нехорошо было видно. Ну все, поехали. Глендел. По коням. Вот это, да, школа? Как ты сказала, Прущан? Школа Прущан. Сейчас как она называется? А мы сюда заходили, снимали. Она... Да, да, мы снимали. Вот там бюст. Чей бюст, не сможешь сказать. Но что-то ремонтируют. Смотри, все окна. А что было? Снимали так подробно, сторож пришел, может быть, рассказал. Опять приватизировали, что-то опять отгрохают. Не знаю. Но что-то хорошее было. Я помню, у меня настроение поднялось, когда он рассказал. Можно поискать. Что там ожидается. Кстати, по-моему, опять русская была передача. Это не помню. Или суббота, или воскресенье, в общем. Вот этого не помню. Ну, отсюда свернем. Это на улицу Паронян. В твой Глендел, да. В твой. И вот это, да, туф розовый? Вот наше здание на углу. Да, да, туф. Продовольственный был. Из базальта таких зданий тогда не делали особо. Вот базальт хорошо, цокольные этажи, чтоб против воды. Потом он крепкий и так далее. Вот смотри, себя. Цокольные из базальта. А, Армин? Ну, меньше, а что, чем он не впитывает? Ага. Намного. Вот свернули на улицу Паронян, и вот перед вами уже сблизи здание рыбного магазина. Анаджан, это уже не Паронян. А что? Это раньше как называлось? Красноармейская. А, не Паронян, нет, называлось раньше? Да. И сейчас не Паронян. Ой, я забыла, ты знаешь. Иногда бывают западки в памяти. Вот справа будет русское посольство. Ну да, вот оно и видно было, да, оттуда. Да, убедился? Видно, да, убедился? А мукомольный был вот где-то здесь, в глубине. Да, сейчас подойдем, покажешь. Но там не осталось, его снесли, по-моему. Это да. Вот здесь где-то он был. Ну, сейчас Мирия там фактически. Вот снова на улицу Аргишти. Эта площадь мне нравится. Я уже несколько раз об этом говорила. Вот Мирия города Еревана. И музей Еревана. Там да. Вход в музей. А там музей вход. Да, в самом конце здания. А где это осталась башня? Вначале она была. Как прозевали башню Мирии. А, ну мы по ней прошли, не видно. Развернулись. Вот это... И, наверное, здесь и остановимся у Дома Москвы. Нет, Армин? Нет, она и там далеко. Зачем здесь останавливаться? Вот между этими двумя зданиями Дом Москвы, но он тоже не виден весь отсюда. Ну, вход хоть покажи. Это тоже, нет, Левон Вартанян, автор Дома Москвы? Вот отсюда заедем. Вот, это университет, Гладзор называется, вот это здание. Угу. Там вот отель, но не помню, как он назывался. Пропустим. И поедем. Вон уже надпись видна над тем зданием. Глендел. Но тут аппарат этот не приближает, поэтому не знаю, да, насколько вот это видно будет. Здесь давай выключим Анаид, чтобы парковкой заняться. Вот это новое что-то. Клуб какой-то. Клуб построили. И вот заезжаем. Тут с парковкой ужас просто. Ну, давай прямо здесь. Ну, как всегда, громадный район построили и не подумали. Нет, здесь очень далеко, давай ближе поедем. Да, да. Рискуем, но... Район заметно оживился. Да. Чувствуешь? А может, воскресенье поэтому? В принципе, да, обживается район. Ну, хоть зайдем. Бы что-то изменилось бы. Эти дворы, они были такие мрачные, я помню. Ну вот поэтому интересно снова посмотреть. У этого района, что точно очень хорошо, название придумали удачное, очень притягательное для наших из Лос-Анджелеса людей. Глендел. Да, так звучит Глендел. Приятно, хочется оттуда сюда купить что-то. Между прочим, мы в прошлый раз, когда снимали, встретили знакомую одну, которая, то есть, нас смотрела. Она из Сирии была, и она сказала, что тут очень много приезжих армян. Да, ну, потому что название как-то притягивает, или? Да. Вот тут есть вход во двор, и через арку уже в более большое пространство. Но мы зайдем оттуда. И отсюда, наверное, выйдем. Вот, смотри, Карфур. Супермаркет. Какой-то скромный. Да, поэтому его назвали маркет, а не супер. А еще названия были, помнишь? Мини-супермаркет писали одно время. Ну, не такой уж он и маленький, посмотри. Ну, во всяком случае, не супер. Вот здесь написали, мы уже открыты. То есть это недавно, да, они открыли? Да, видимо, недавно открыли. Сравнительно. Это пространство довольно-таки большое, видишь? Да. Ну, район, в принципе, такой большой тут. Нужен был магазин, да, безусловно. Нужны. И даже не один, а несколько. По-моему, там тоже где-то был магазин. Я думаю, да, будут обязательно. Ой, посмотри, в шортах этот молодой человек. И в тапочках. Да, ну вышел, наверное, мусор выбросить. Да, так ты был прав. Да, мусор. Но он и в майке мог бы выйти. Вот их мусорные баки, но не такие чистые, как у нас они во дворе. Я бы сказала. Там собаки пасутся. Вот это интересное здание, что было на при Союзе. Изучили, но опять не помним, что же там было. Да. Ну, мусора хоть отбавляй тут. И в баках, и не в баках. Вот, в принципе, Анаид, но он довольно-таки большой. Мы в тот раз весь прошли. Смотри, куда он протягивается. Куда протяженность, видишь? Вот, по-моему, это последнее здание, его тогда не было. По-моему, его достроили уже. Да, тебе легко предположение делать. Я предполагаю. В общем, из всего этого Глендела самые удачные вот эти дома. Да, опять ты начала, Анаид, читать мои мысли. Самая удачная вот эта часть. И, по-моему, тут и застройщик другой. Более элитарная эта часть. И она... Вот... Я подумал, но не точно. По-моему, позже они эту часть построили. Вот эта часть именно. И она, кстати, выходит на Разданское ущелье. На Разданское ущелье, я сказала. Давай туда пойдем, там хоть... Да, там хоть вид какой-то. Да, приятно. Тут, если зайдем в эти коробки... Настроение упадет. И дворов особых нет для детей. А что за памятник? Выясним сейчас. Вот такой памятник с фонтанчиком там. Видишь, каска там. Крест. Да, вот здесь наверху каска и надпись. А где надпись по подарку этой маленькой? Да. Парк Таверш. Хайзимвож. Вечная тебе слава. воин армянский. Да, довольно-таки точно ты перевела. Видишь? Мне кажется, это жители собрали деньги. Да. Можно уточнить. Вот стоит парень, по-моему, здесь живет. Можно у него спросить. Да, сейчас спросим. Вот выяснили. Да, этим занимался народ, который тут живет. Да, на народные вот деньги памятник. В основном, да, в эта часть. И вот как раз в этот магазин здесь собирали деньги и построили. Да, приятно очень. Ну, пошли дальше. Еще в районе Эребуны, помнишь, мы как раз на открытие, что ли, по... Там вот, где парк искали, да, а потом да, там тоже. Ну, не открытие, но недавно они. Смотри, да. Карфур. Да, он большой. Длинный. Жаль, что у тебя нет очков, мы могли бы войти. А вот и маленьких магазинов много, смотри. Угу. И здесь, и там мы показали только что. Ну, это похвально. Да. А там какой-то подземный гараж вроде, да? Да, и такой он какой-то старый так выглядит. Нет, старо. Вообще, конечно, первый раз он нас этот район огорошил как-то, нет, своей такой мрачностью. Она ведь потому что мы... Глаз, знаешь? Мы в той части очень долго ходили, петляли, и ничего интересного так и не увидели, поэтому... Ну, тут посреди двора была якобы площадка вся за мусором засыпана. Это часть? Да, в середине прямо, вон, видно. Ну, мы идем туда. Вот это тоже нас ошарашило. Салон красоты. И вот эта часть очень ужасно выглядит. Мрачно так, нет? Да? И цвета такие мрачные. И близко они очень расположены, вот эти два здания друг к другу. Да. Еще назвали элитной частью. Эстетический центр там внизу. Ну вот, здесь вот площадка. Да. Это... Более или менее ее привели в божий вид. Это... Она тогда была недостроена, и тут полно мусора было. Это, наверное, единственная площадка, да, детская на этой территории? Весь этот огромный район. Но те здания похожи на вот только что показали. Да, это не относится к элитной части. Она элитная вот этим ограничивается. Вот а вот серьезно. Это, что тебе не понравилось, это да, продолжение Глендела. Но, по-моему, там тоже с той стороны окна выходят на ущелье Разданское. Да, но если не элитарно, не имеют права. Вот и здесь подземная автостоянка. Хорошо, что сегодня не ветреный день. С утра был тут ветер, я тоже все боялась. Было бы ужасно. Ну вот эти балконы, почему они в такой цвет покрашены? Можешь ты мне объяснить? Я вообще тут не вижу логики никакой. Тебе трудно угодить. Эти темные ты раскритиковала. Ну, пускай были бы под цвет, вот этот бежевый цвет, да? Камни. Темные не понравились, светлые не понравились. Под цвет камня. Вот эти светло-серые еще ничего. Ты бы сказала, сливаются. Однообразно сливаются. Да, но тебе вот эти светло-серые, почти белые, прям как карапки какие-то. Адрес интересный, тоже Аргишти. 11/12. Так что улица Аргишти не такая уж маленькая. Вот через арку мы пойдем и выйдем, наконец. Холм Паскевича. Она и тебе надо громко говорить, я поднялся наверх. Так, я все хочу понять, где река, не могу. А, вон там, наверное, да? Ущелье видно. Да-да, конечно. Видно. А посмотри, канал какой снова, вода стоит буквально. Я спускаюсь. Я кричала, у меня аж горло заболело. Ну ты как какая-то половчиха, везде этот канал ищешь. Это не в сторону этого Гетап, да, ресторан? Это не в ту сторону. Вот это здание, нет, там было. Мы вблизи его разглядывали. А, да, ты права. Этот ювелирное, да, что-то? Мы пошли туда. И еще... выставки там проводят. Вон дерево пшата, видишь? Видно. Даже ты дерево видишь, да? Мне этот забор мешает нормально что-то показывать. Да. И кинотеатр там какой-то был. Да. Из машины смотрели кино. А Гетап, не знаю, отсюда он виден, не виден. По-моему, не виден. Не поймешь. Здесь где-то винный комбинат должен быть. А где он, Анаида? Вот башня винного комбината. Ну, башня, а винный а тоже вот это был. Что за здание? Посмотри, полуразрушенное. Вот винный комбинат. Вот эта часть винного комбината. Да, да, ты права. Вот эта часть. Это твой любимый канал. Любимый. Там часть конячного завода. Сравнительно новая постройка. А машины по мосту Победы едут вон. Через мост. Ну, здесь вид на все это будет вот из этих балконов и так далее. Там, видишь, наверху какие-то типа лоджи, что ли, вон. Да. Вот эта часть не Глендел. Да, но вот те здания тоже, видишь, те, смотрят на ущелье. Да, те Глендел. И еще смотри, Анаид, вон там, видишь? Что-то строится. Подъемные краны. Это знаешь где? Это на Аршакуняц. Да. Там раньше была фабрика Гару в этом районе. Да. Между прочим, хорошая была фабрика, швейная. Ну что, с той стороны выйдем обратно или... Ну давай с той пройдемся. Оттуда, да? Угу. Ну пошли. Вот эта дорога, по которой мы спускались. А там тоже, смотри, разрушенная. А вот эта широкая дорога, она куда ведет? Наверное, ГАИ, да, вот? В сторону ГАИ. Не знаю. Мы с тобой сюда приходили. Ты что-то номер машины какой-то искал. Старого нашего «Жигули», помнишь номер? Да, но это мы зашли со стороны авто... Автовокзала. Автовокзала со стороны. Или автостанция. Это, наверное, и есть этот Нураговид, да? Тут а дальше выходит к американскому посольству. Вот эти дома, наверное. Вот этот весь район разрушен, видишь? Мусор. А здесь при Союзе была катастрофа, но давно. Я где-то в 4 классе был. Я в 7-м была, я помню эту Значит, катастрофу. Я тоже был в 7-м, да. Но мы с тобой всем двором пришли сюда. Спорим, да. О чем мы спорим? Ты говоришь, здесь обвалились, а я выше помню тоже. Выше где? Около моста Победы в ту сторону, в сторону Сур Саркиса. Ну, может быть, я так не помню, хорошо. Но что-то к ущелью. Да, мы пришли всем двором. Все обвалилось. А может, это было как раз, вот остатки остались. А где там ущелье? Как где? Ущелье есть там? Ну вот же здесь Раздан, она это вот эти. А там деревья. Дорога, да, между этими домами и дорогой вот ущелье. Раздан проходит между этой дорогой и вот той дорогой. Вот этой дорогой. Вот здесь Раздан. А, вон, я даже вижу, вода течет. Ну вот, видишь, при желании можно и воду найти. Ну, со временем, я думаю, эту часть тоже приведут. А по этой дороге мы тоже ездили. Смотри, вот эта машина идет. Мы старую часть крепости. Это крепость, да, вон там крепость видна, она это. Сейчас я приближу. С Давидом, нет, нашим? Да. Не нашим, но этим. Ой, как забыла его? Амиго. Дейва Амиго. Вот крепость. Да. Ереванская. Ну, пошли. А интересно, здесь сколько людей живет в этом районе? Вообще большой район довольно. Наверное, кто-то знает, нет? Мы-то не знаем. Будем искать сейчас знающих. А вот это что за здание? Она это вон там видно. Со стеклом. Это гостиница, с крыши которой мы сидим. А, да, 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 правильно. Как называлось? Double Tree from Hilton. Вот Hilton, а я почему-то Tulip сказал. Tulips. А, сейчас попадем под машину. Она это. Ты помнишь первая жертва автомобильной катастрофы? С какой скоростью этот автомобиль двигался? Что-то 4 или 6 километров в час. В Англии нет этого? Да, причем старуха так зонтиком все время махала, чтобы на нее не ездил автомобиль, и попала. Все равно угодила. Мы так с тобой смеемся, а это было же для кого-то потерей родного человека. Да, ну у старухи, наверное, внуки были. Старушки, нечего так о ней грубо говорить. Пожилая женщина. Да. А, кстати, этот вот этот Wildberries, вот эти наши дети отсюда через этот Wildberries сейчас товары покупают. Да? Да. Это типа глобинга, да, фактически? Да, что-то типа этого, да. А. Вон написано «Арцанс ханут». Арцанс. А что такое арцанс? Арцанс? Вне линии. Вне сетевой? Не сетевой, арцанс. Или наоборот. Онлайн-магазин, да, наверное. Да. Конечно, вот это здание слепо самое терпимое из всех этих зданий. Это? Да. Ну, то это тоже страшненькое. Мрачные, нет? Такие мрачные цвета выбраны, не могу я понять. Ну, давай для разнообразия через этот двор выйдем. Да, ну мы вроде такие... Намечали, нет? Да. Вот мы оттуда пришли, там был памятник воинам. И обратно вернемся... Нашим отважным воинам. С этой стороны. Вот эта часть, нет, интересная? Да, низкое такое здание. Да. Мы тогда зашли, помнишь? И жилое, нет? Да, жилое. Но неприятно, нет, здесь жить. Смотри, среди этих высоток. Ни света нормального солнечного, наверное, не видит. Да, даже Арарат не видим, что такое. Даже. Вот здесь тупик. Там старое здание осталось. И труб, конечно, полно газовых. А Армен, за этой стеной не видно завод, чтобы находился? Ты знаешь, это даже, может быть, стена винного завода, да? Ну, вот это новое, видишь, строение, там вот это из яркого. Чан какой-то стоит, смотри. Да, вот что-то я такое смутно помню, но вот это новое здание, смотри, справа. Да. А мы не в тупик зашли, Анаида? Да, в тупик. Да, это винный завод. Мы же оттуда смотрели. Вот местный смотритель с зоны. А какие у него уши короткие, посмотри. Да, что это, обрезанные, что ли? Обрезано ухо. Нет, одно ухо. Одно вроде ухо меньше другого, да? Да. Бедненькая. Наверное, с собаками подцапалась. Они же не любят друг друга. Да, вот здесь тоже. Это винный фактически, да, так близко примыкает. Цистерна вон стоит огромная. Ну что, нам нужно выйти из этого тупика, да? Само строение неплохое. Я думаю, даже квартиры хорошие тут. Да, ну... Но место, конечно, ужасное. На берегу моря было бы неплохо. Да. Ну вот. Вот отсюда нам слева. Сюда. Выход. Почти к машине подойдем, так выйдем. Да. Пошли. Этот магазин мы с той стороны, да, видели. Да, нет, деньги собирали. Нет. Нет? До этого был еще на углу магазин. Вот здание. Это, по-моему, все Карфур. Интересное, она это. Кто это, да, решил это тут старое строение построить? Такое старое, думаешь? Да. А это окна. Это, по-моему, магазин, да, Карфур этот. Ну вот. Нам за эту поездку полагается приз, Анаид. Париж в студию. Я выбираю. Выбирай. Я хочу Арису. Арису найдем. Давай себе Пандок сегодня поедем на Амирян. Едем в Пандок на Амирян. Вот вышли на дорогу. Найдем машину. Один я на дорогу. Улица Италии. А это парк, который построил Джек. Вартанян и братья с 2850 фонтанами. Или 800? 800. Да? Ну, 50 ты для красного слова прибавила. И... Да, почему такая цифра мне на ум пришла? 750 было? Да, 750 было, да. А сейчас 2800. Площадь Шаумяна. Ага. Да, кстати. И улица Хоренаций. Слушаю вас. Заехать в Парму как раз. Это... На неделю нам нужна. Это хорошо, но к чему это, кстати? Ну, раз почти подъезжаем к ней, я вспомнила. Да, но я здесь как вспоминаю эту проблему стоянки, Анаид. Ну, не только же здесь, Армен, это везде проблематично. Ну, здесь ну смотри, как тебе удобно. Я не настаиваю. Да? Да. И улица Закян, а мы на улице Хоренаций. Вот Закян. И здесь сейчас припаркуемся где-нибудь. На углу. Мы на углу Амирян улицы Закян. Да. А напротив улица Амирян. Угол Амирян и Антон-Кочинян. Секундочку, Анаидочка. Подождите. Да, вот улица Антон-Кочинян. Мы на этой улице были, нет, подробно? Да, конечно. Мы и в ресторан заходили. Изучению этой улицы. И здесь улица, вот народ переходит улицу Закян. Это улица Амирян. А это бывшая диет-столовая. Да. Сейчас называется... Я помню, я таким ужасом смотрела, как ты там сапас кушал. Хороший был сапас. Не знаю. Для меня это дикость. Свет не наш, не наш, Анаид. Вот смотри, называется таверна Ереван. Ну да, пандок. Нет, кто-то писал трактир. А кто писал? Не помню. Кто писал, ошибался. Не помню, кто писал, но писали так. В принципе, трактир это... А это улица Закян. Трактир это у тракта, или что? Придорожное что-то, или тракт. Как сейчас при бензоколонках. Трактиры. По-моему, уровнем ниже немножко, нет, Армен? Трактир? Трактир уровнем да. ниже? Это почему я не знаю, почему придумала. В фильмах этих русских трактирщики такие все. Ах, уровень, я думал, относительно земли ниже, Ты, ну, придорожное, или? Наверное, этим обусловлено. Ну, зашли. Вот оттуда зашли. Я так хорошо помню эту диет-столовую. И вот такой зал. Вот тут за этим столиком наши сидят. Но они постеснялись. Из Сибири. Под Красноярском живут. Это наша Анаида Рафаэловна. Мы уже заказ сделали арису. И купаты, да. Вот такой ресторан, пандок. Ну и наших мельком покажем, потом они посмотрят, вспомнят, что были в Ереване в этот день. Вот молодой человек. Вохчунь. Ну все, не будем смущать. Но зато вы посмотрите, вспомните, что в этот день были в Ереване. Виду солений аппетитный. Ждем. Кого ждем, Анаид? Ждем, наверное, Арису. Да. В первую очередь. Да, я уже и микрофон не переворачиваю. То есть я не слышу. Вот не знаю. Получили арису? Пока не пробовали. Сейчас я попробую, скажу. Неплохо. А пятибалльной сколько получается? По пятибалльной? Как учительница. Ты знаешь, смотря с чем сравнивать. С моей бабушкиной арисой где-то 4. Это отлично, с бабушкиной 4. Значит, ожидается чудесная ариса. Бабка, да, моя двоюродная сестра вспоминала как раз недавно в комментах, нет? Да, в комментах. Бабу Тася и арисан. Купаты чуть раньше принесли, закрыли. Как? Ежевичном соусе. Да, ты попробовала. И как? Вкусно. Я помню, в прошлый раз тоже мы заказывали купаты, и они нам понравились. Да, сейчас будет купатный перерыв. Перекус. Арису, она его дополнительное масло попросила. поехали. Анаиджан, приятного вам аппетита. И вам. Помнишь? И на всякий пожарный, кому интересно, вот счет. 10620. И вот очень приятная пара была из наших. Парень из Стамбула. Уже 5 лет в Ереване. И очень доволен, что приехал. А мы добавили... Все молодые должны возвращаться. В случае трудности, они даже, говорит, во всех странах есть эти трудности. Но надо преодолевать эти трудности у себя на родине, чтобы наша родина расцвела. Ты все крутишься, да? Пока я говорю. Ну все, наелись, довольные, добрые, и попрощаемся. Ну что, попали в яблочко с пандоком? Да, неплохо было. Ты немножко сомневался, но потом, я думаю, остался доволен. Ну вот, на сегодня столько. Всего вам доброго. Вы все нам дороги, и всех вас мы любим. Всего вам доброго. До следующего воскресенья.